Начнем с военного. Как думаете? Всем привет. Я каски, бафы. Сейчас. Слушайте внимательно. Я каски, турбо кулаки, пан МП5, турбо этот Тагариус, бафы прота. Сейчас я с ГБ сворую немножечко рыбы и поставлю. Поставьте ГБ. Столь любезны поставить гильдбанк. Спасибо, Гарриус. Надеюсь, вы не против. Вот, хаваем. По рыбе будем ориентироваться, сколько мы тут сидим. Так, вах, шамания. Ну, если что, воет спекнется в танка. Все нормально. Я не знаю, как мы на трех всадников пойдем. Разберемся там, короче. Пойдем. Трэш. О, с мерзости начнем. Норм. Я метку поставлю на Тагариуса. Фига у него щит. Блин. Так, никто не отлынивает. Тем временем я бафаю рейд. Турбоежик, запусти викторину, а? Вы заранее говорите, кто тактику не знает. Просто перед каждым боссом, наверное, нет смысла объяснять тактику. Время тратить. Просто будем бежать, бить босса сразу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ой, как я плохо слышу сейчас. Все развернулись, тут бьют трэш. Как бы мы с танком одни не справимся. Милики знают, что нужно немножко подождать. Сейчас попейте, покушайте, восстановите ману.
Кто в лужу прыгнул? Туда к нему сейчас гости пойдем. Все встали, попку подняли. Фига, у меня показывает ХПС от Агариуса. 14 миллионов. Да-да-да. Так. А пула нет, так что дайте Тагариус нагреть или... Войд, давай. Вливайся. Четыре паладина сами по себе оформить сальву. Так, где мой экзорцизм? Фига я сейчас. Смотрите, посмотрите, я даю. Я на 9-м месте ДПС. Хоть не последняя. Сейчас лужу еще разолью. 16 000. Ой, какой-то спать, я музыку включу. Так и надо его задать. А? Так и надо, чтобы вся остальная атомная масса людей сзади его убила. Да. Смотри, второй погро должен быть на РНЖ. Иначе он развернется, мелик, очпок, и все. Что там? 200, да? Нам больше. Шаманчику плечи 100 пудов. Латы с РП распылить. Так. Я нужно нажала. Шаман, может, пропустил? Сейчас посмотрим на него, как он выглядит. Да, плечи у него очень мощные, я вот эти отдам. На. Иди трэш, Агри.
Как мамочка. А тех не принципиально агрить? Тогда. На Луну. Давай. А, вот какая ты космос. Вот тебя приведет. Кто-то тактику не знает. А ну, признавайтесь. Пальцем тыкните. Я, возможно, лужу не смогу вынести. Кто это говорит? Шаман. Как ты служишь? Ты, главное, это там очищение не ставь. Убери его с этого босса. Я знаю, поэтому лужу я не смогу вынести. Как это? Вот тут прям встань, вот тут и все. И как бы потом лужу обойдешь. Вместо пана я попросил его, он написал не против. Зрил, твердите. Я так смотрю, сколько видел всех боссов, да, почти в спину долбил. Большинство. Прям сейчас Куркамурк ставит этот. А там нормальный шаман, ой, Хант, он хоть не дурачок. Сначала нужно выбрать. Смотри. Я спать ему кину. Пан пусть не пропадает. Поставьте портал этому да. Самому. Слышно, да. Портал поставьте, чтобы пан улетел. Короче, смотри, Настя там будет говорить, или я не знаю, кто будет говорить, на ком мутагенный укол. Я веду босса по решетке. Например, если на тебе укол, ты выносишь босса к стене. Вот, например, смотри, видишь, где я стою? Вот. Вот я лицом в ту сторону стою. Получается, ты выносишь укол к стене слева от меня. И сзади босса. Перед лицом босса не бегаешь, чтобы слизней новых не было. И все. Ну и не диспелишь это, блядь, я. Сейчас ханта присмотрим. Так, ему сум пришел. А он в 10 сидит? Если не в 10, это некрасиво будет. Так, Хантер тут, МП5 теперь бафаешь еще, то боёжик, слышишь? Ну или там кто-нибудь ставит. Тотем вроде стоит, но все равно бафни на всякий случай. Блин, я чуть Даларан не улетела. Хан здесь, бафните его, кулак есть, рот-то есть, лапа есть. Вроде бы в дисе. Давай, Тагариус, пока он не ушел, Агри. Милики, по возможности стойте у правой ножки, чтобы было красиво. А он так постоянно багует, да? Все багается постоянно. Ну, то, что мы помню, по три раза убивали. Так. Хант вышел. А спрыгнул с рейда. Он АФК стоит там возле. Я прибью просто этого ханта. Ты раз зальешь лужу, там где будет проходить. Ой, друг мой, друже. Получается, когда бьют его, он ставит лужу, надо его отводить лужу, правильно? Господи. Турбо. Сам себя здесь смотришь?
От лужи отойдите. Вы что в лужу идете? Я вас не понимаю. Вы что, на приколе? Вот она пропала, теперь можно сюда подойти. Это будет визирию Берни, пожалуйста. Азраил вышел с рейда назад, нужно. Окей, тучку. Визирия Ресы и Шкантера. Да, вышел после этого. Можешь идти обратно. Ой, забыл про Геру. Войт, не забудь выйти. Ладно, бейлить его уже нет смысла. Войт. Это, конечно, скотина. Третий раз. Денчила, дружи. Все. Все, потом, блин, конешься. Или челики просто. Стоим на месте, сразу идем. Кто не может прыгать, просто не надо. Латы, ноги. Дробящие. Бахнем за него. Сейчас Хантер резну. Я зраил. Получается. Блин, какой-то... Что-то... Сейчас бой, да, у кого-то? Кого вы сагрили? Сам прибежишь, ну или постой там, мы шкаф поставим, хотя он КД должен быть. Ох, там поставим шкаф. Вот тут тактику сам объясняй, вот я тут не шарю.
Насчет кайта, кто будет кайтить? Все пошли босса бить, что такое? Хант, который к нам пришел, ты можешь кайтить? Вот-вот, ты же мастер кайта, иди сюда, рассказывай. Шаман тотем поставил, я похилю. Прокайт. Середки ставят, да? Вот с этих сторон будут появляться мобы. И в центре, между этими мобами, ты ставишь свою трапу ледяную. Вот, допустим, со звездочки моб идет. Ты его агришь. Ну и как бы пробегаешь через эту лужу, у него скорость замедляется, и ты его катишь. Не надо допустить, чтобы он... Хант, иди в центр, ловушку ставь сразу же. Если моб доходит до босса, он... Босс съедает его, и себе хп апает. Так что если ты что-то не так сделаешь, в этом будешь виноват ты. Загри на себя, ударь его. И убегай от него. Вот. Второго загри. Ударь его. Стрелка кинь. Тебя они не должны бить, понимаешь? У тебя стаки копятся. О, да. Забери, забери. Шаман там, хиль. Забери с меня снова трап, окей. Забери с приста тоже. Забери с меня. Вводи их через лужу, чтобы они замедлялись. Ой-ой-ой-ой, сейчас я буду водить. Тотем оков земли поставь, тотем оков земли поставь. Мобов заказить как-нибудь. Я в шоке. Визирия, ресни ханта. Визирия, ресни ханта. После того, как собьешь. Добивайте, добивайте их. Что вы стоите, боссы, лупите? Сейчас вайпнемся, алло. Других нужно снова кайтить. Хан, проснись и пой. Тагариус, прожмись. Я в шоке, реально. Одну съел. Хант, ты где? Я кайчу. Ты понимаешь это? Я хил, который или танка. Это вайб. Это вайб.
Топ-хил, падайте спиной, поворачивайтесь. Все встали и побежали сейчас. Дело не в том, что Хант падает. Дело в том, что Хант не кайтит. Кайтили мы с тобой. Меня присумоните, меня убили. Да, присумоним, присумоним. Хан, плюсани, если ты хоть что-то понял, что нужно делать. Вот ты вайпнулся, посмотрел. Пойми, у тебя были дебафы. Вот там, где у тебя випка, у тебя дебафы показывают. Тебе нужно что сделать? Их катить так, чтобы они тебя не били. Если они нас такуют, ты вайпнешься. Вайпнемся мы. Никто катить не будет их. Как только они появляются, ты их стрелой пуляешь, как бы. Забираешь на себя, проводишь через лужу, убегаешь от них. У тебя есть отрыв, что у тебя там есть, я не знаю. Замедляющая стрела и так далее. Турбо, тыкни, пожалуйста, засумоним. Время не будем терять. Вас присумонили, сели рыбу покушанную. Дентрила Мах тоже может во фрасте, но я не знаю, у него вообще аспект есть. Смотрите, я не видел, чтобы все побежали и мобов свичнулись. Так как у нас много кто бегает, катит, все РДД бегут и добивают трэш на истреблении. Так, бафаемся, рыбу кушаем. Мое время. Что же с ним?
Все забафаны, все поели. Хан, не забыл, где твоя метка? Я вот на тебя квадрат поставлю, надеюсь, тебя увижу. Увижу не дохлым, не рядом с мобами. А мобов возле босса не увижу. Так, ну, я арчи проведу. Все, кроме Войда, готовы. Все на места. Израил там. Я предлагаю слить Геру на истребление. Ладно, окей, подождем. Так, тотем поставил, убежал. На нас на хилов агрится. Да, кстати, кошка-мурка, смотри, как хорошо делает Войд. А, у него уже... Не-не. Только не притворяйся мертвым. Смотри на мне. Забери с меня, Хант. Я вот рядом бегаю. Все развернулись, Геру дали. Войд, Берни и Хантера. Сейчас Тагариуса пойду хилить. Сами тут держитесь как-нибудь. Хан тут же трапу поставил, дальше новых кайте. Добили, пошли босса бить. Здоров, ребят. Привет. А вы что, куда собрались? Ой, это я нечаянно. Мы новеньких идем в рейд в Наксамас. Забери их. А я собирался в этот Накс в 9 вести, а вы что-то раньше пошли, да? И в 9 сходим. Тагариус и Хильвах. А что, Турбо забрал, нет? Я в шоке просто с этого ханта. Зачем? Зачем идти в рейд? Может быть, ты не справляешься, я не знаю. Я просто на ходу хилить не могу тоже. Я не боженька. Денчик, ну, зачем ты его пред... Ох.
Так я смотрю, вот спикнулся. Ты, видимо, на боссе будешь или на кайте? Что вы там придумали? Хан, у тебя все так же остается это самое. Тебе нужно будет ставить рапу. И шаман по КД. Ну, на танке, на боссе посидишь. Тогда Тагариус будет кайтить. Шаман твоя тоже. Момент, ты будешь ставить тотем около земли по КД. Видишь, он спал, снова поставил то же место. Так, все. А хант, босс будет увеличиваться в размере, и у тебя есть какая-то там отводящая, разводящая стрела, которая снимает одно какое-то смиряющий выстрел, пишет, вот. Вам нужно будет, тебе нужно будет снять с босса берсу именно этим выстрелом. Ты услышал, Хант? Боя мы уже не видим. Лучше бей. А, да, конечно. Бой, значит, может, вообще лидером можно. Лучше стой там же. Азраил, только не стой в ДЦ. У нас и так три танка. Кто там? Два танка, три хила, один катер. Вот, берсу снял. Ну не снял, не снял. Вах, закинь Геру. Трапу поставь, трапу, этот хант. Смотри, танк начинает бить. Бой скажет, когда нужно. У него уже 6 таков. Мне кажется, надо слить. О боже, турбо. Визири, леса и турбо, срочно. Вставай, друже. Блин. Сейчас мобы будут. Повернули все, пошли бить. Гариус-то как? Трапу вижу. Забери, вот на кошка мурка побежал. Тагар. Красавица. Вот еще один. Нормально.
Давай, давай, давай. Турма. Резните сразу, кто может резать, резайте. Пойду Тагариуса резну. Сейчас. Как резаемся, все в одну кучу становимся и идем в одном фрейме, как на келе. Обходим трэш и не тупим. Тагар, вставай, подъем. Все жопу подняли, пошли за мной. Хант, выруби. И тут же выруби. Заходим в комнату. Я его феряю. Старайтесь упасть не в лужу. Феряю все. Два танка, Войд и Тагариус. Допустим, Войд пойдет направо, а Тагариус налево. Я пойду направо, а Вах пойдет налево. Так, сейчас распределю. Пойду направо. Тут... Ну, я думаю, вторая направо, первая налево. Нормально? Сейчас каску дебафну. Стойте, стойте, стойте. Так как ДПС у нас маленький, а тут есть берса, давайте я поставлю рыбу, быстро покушаем. Я объясню основные моменты. Босса нужно держать на определенном количестве ХП, чтобы, ну, у двух боссов было одинаковое ХП примерно, плюс-минус 3%, да? Пуляем в одно время. Первая пати налево, вторая направо. Сейчас поставлю метки. Ой. Я там не вижу. Я не могу эти метки ставить, войс. О, нормально, я уберу. Поставишь. Рыбу похомячили. Так, я сказала, вторая направо. Первая налево. Вах! Слушай меня. Танка будет пробивать сильно. Больше, чем рейд. Твою пати. Танка хилишь на фул. Сейчас, турма. Прости. Так. Кто-нибудь слева будет говорить, сколько ХП у босса, например. А я буду говорить, сколько у нашего. Так. Я поднялись. И я даю отчет. Пуляем на секунде, да? Ой, зарыл от меня ушел, как бы я перепрыгнула, да. У нас 1100. У вас 1100. А ну-ка, сразу чуть-чуть стопните. Ой, кого там... Буквально 3 секунды подождите.
И давайте пить. Сейчас чипицу. Ири, несложно, форме инер по мне. То я что-то не слежу. Спасибо большое. Справа чуть-чуть поднажмите. Так, все тут стараемся перепрыгнуть хорошо, нормально. Ваха, если что, ты будешь сейчас хилить, да? Ой, я прыгнула нормально. Те встали в центр, перед боссом, прям напротив. Сейчас Войд заберет босса. И у вас появится метка в дебафах. Она будет либо синего цвета, либо красного цвета. Но вы пазл можете, наверное, складывать. Синий в синий, красный в красный. И вот так вот будем перебегать. Перебежали. А, ни в коем случае нельзя слакать. Нельзя там что-то там делать своими руками. А давайте вот минута для Геры. Сразу Геру сдашь, понятно? Буквально через 5 секунд будет смена полярности. Для новеньких объясняю. Если у вас сменится цвет, вы тоже смените цвет. Приготовьте свои бурсты. Скоро будет Гера. Бег полярности, костой босс. Гера, бурсты. После того, как убьем босса, плюсики уходят дальше чистить трэш, а минусы ждут. Возле портала. Поменяли полярность. Захилились. Позрыл, спой песню, пожалуйста, Димон. Авах может тотем дать. А, стойте. Сменили полярность. Сейчас это будет последняя полярность по логике. Так, ключики пошли. Все дружно пошли в портал вот именно. Идем, знаете куда? По лучи пойдем. Гар, ты тут? Пошли. Вы можете уже тпхнуться, минусы. Так, все. Тагар, давай не там, где босс стоит, будешь танчить, а ближе к стенке подведешь. Ну, там, где эти самые стоят, коконы кидают нас. А, Вах, вот твоя... Ну, а, стоит она на миксе. Тут надо встать полукругом относительно босса. Вы же знаете, что такое полукруг? Кто не падал? Добро пожаловать в мою
как галактика стать полукругом. Один танк, Тигариус. Нравится прекрасно. Вот, спекнулся. Кира не нужна. Все попили, поели, пойдемте. Тигар. ДВМ для тебя. А, будет Рой Саранчи или кого там? Что там? Сало дает? Но мы должны прибить босса. Успеть. Сальву турбо ёжика кину. Маба можно не свечиться. Я на следующем боссе тактику не знаю, я просто хилила там. Ой. Рой Саранчи полминуты. Давайте поднажмите по боссу. Давайте, давайте. Я вас верю. Ну, я думаю, мы будем просто стоять. Просто бить. Ничего не произойдет, никто не сдохнет, это десятка. В 25-ке мы обычно на макс рейндж отходим. Вот где-то сюда. Это так, слово. Босса добиваем. Бежим сразу дальше трэш чистить. Вах, шаманчик. Будешь ставить тотем очищения даже на трэше сейчас. Все. Танишки шаманчику пойдут. Нить их. Крудак не нужен. Так. Ой. Тотем поставишь, да? Медведи не стал крытых. Ну, обойдешься. У нас есть демоны. Так. Пописать, покакать, покушать, отойдем после мексны. Буквально 3 минуточки. Все будет в кипоке-бомбоне. Кто-нибудь засекал, во сколько мы начали? Я поменял 2 могучих камня чар. Это получается 1 час мы здесь и 10 минут. Окей. Турбо, я тебе кину, Боб, если не против. Теперь кошка-мушка захает. К тотему не нужен тотем очищения. Турбо, ёжик вздыхает. Я красавчики. Блин, Войт, напомню, что тут по тактике. Разводят мобов и бьют. Бьют только босса. Насколько я помню. Мобов надо убивать, когда у босса берсан начинается. Ну я просто хилила. Я буду очень рада, если кто-то расскажет. А то вайпнемся. Потеря времени.
команды господина. Вы будете служить нашему делу, не спрашивая ни о чем. Умереть за господина. Питать место. Высшая доблесть. Ты босс. А, смотрите. Босс в берсу впадает. И чтобы берсу снять, нужно будет мобаубить. Тактика галактика. Так, все покушали, поели. Денхил АМП резает. Там кто-то сало кидает, но нам нужен танк, мне кажется, нет? Войд. Так справишься? Окей. Я на рендже буду стоять. Так. Я ДБМ запускаю тогда. Ну, смотрите. Могу Геру дать. У нас еще КД. Или у меня? Пусть и КД. Так, тотем ставь. Дружи. Азраил лофнулся, блин. Что ж он сказал мне? Дар. Это Гаррис. Сейчас хилюсь, да. Что, босса туннелите? Кора пишет герса. Нужно убить служебного служителя, короче. Замесили, чтоб тебя вылетело. Но берсы нету. Объятия вдовы, что такого. Бьем босса. Убиваем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да, не шаманский шмот точно. Ты сам можешь добежать, тут бежать недолго, мы трэш пойдем чистить. Или где ты? Танки в лужу, чтобы забирала подъем на танка. Вот сейчас будет сексно-мексно. Подведем чуть ближе к стенке. И там будете коконы сбивать. Ну, сами знаете, что делать. Обязательно тотемы нужно будет поставить вах. Очищение. Вот обязательно. Вот мне кажется. Аккуратно пет не загрызьте. Загрызли. Окей, бьем, все бьем.
Причем уперлись тем твои и пошли. Стойте. Я поставлю на себя квадратик. Агреза трэш. Все встали хоть. Тотемы. Выйдите сюда на платформу, видите? Сейчас мобы будут появляться маленькие. Побежали по центру, так как мобы будут тагриться. Здесь аккуратно, сейчас подождите, этот трэш к нам прибежит. Войд. Все, выход из боя. Пошли уже по дорожке. Геру дашь на 30%. Ну, в принципе, мы скажем тебе, да? Так, тотем очищения. Гарим сухим. Все по пути бафают, там каску в землю сейчас, кулак МП5. Я сейчас покажу меткой примерно, где поставишь тагар, где ты здесь поставишь. И там же тотемчики сразу поставь с очищением. Так. Все мы будем стоять в квадратике, чтобы захил был нормальный. Собственно, все. Там Азраил убежал куда-то. Видимо, Азраил хочет сбивать косты. Ой, коконы. Так, собственно, РЧ и погнали. РЧ, все жмите, да? Как Войд говорит. Сатагар готов? Пошел, поехал. Давайте не обосремся, пацаны. Мне прям... ДБМ только так и кричит. Босса бьет. Азраил, как ты сагрил? Что там было? Он Азраил улетел, или кошка-мурка. За ним уже побежали. Так, скоро кокон, бьем. Я сама его побью, можете бить босса, в принципе. Сейчас будет паучина летящая. Так, это
Примерно 40% боссов ХП, да? Ой, у босса. ХП у босса. Я могу сказать, когда будет 35, у меня прохнет штучка какая-то. Уже. Давай уже Геру. Тотем свой обнови, очищение, если он тебе стоит. Я что-то я одна тебя бью. Сейчас, стоп. Тагариус, Ахиль. Тагар, прожмись, друже. Так, добиваем. Тпхаемся в начало рыхта и можете послакать. Вот щит тебе красивый и колечко. Тиман. Понял. Так, дальше мы пойдем в мерзость. Ничего не знаю. Я пошла слаб. Ой, мерзость. Мы туда ходили. Военный. Военный пойдем.